Джек, помоги мне, а я помогу тебе. Для начала от тебя требуется разнести этот регулятор. Ладно, я помогу, только объясни мне, что происходит. Приходи в архив доктора Кригера, когда уничтожишь регулятор. Итак, всем привет, с вами Алекс Айкил. И мы продолжаем проходить Far Cry. Спасли мы эту девчонку в конце прошлой части. А она вместо того, чтобы сказать нам спасибо, как вдарила нам по башке. А теперь еще и задание нам раздает. Я на все это не подписывался, между прочим. Да в принципе нафига мне ПНВ? Может быть, конечно, у меня чутка яркость завышена, но лично я все прекрасно вижу. Но по заданию, как я понимаю, мы все равно должны его найти. Да, в этих зарослях нифига не видно. Если бы не бинокль, меня бы убивали каждые 5 минут. Потому что врагов вообще не видно. Они могут вылезти из-под каждого куста. Хорошо заметил его. Еще прям рядом. Ну выбегайте, чё вы там сидите?
творится? Впереди какая-то деревушка. Спасибо за чекпоинт. И я теперь спокоен. А то тут врагов много. Не вижу его. Да, все пули в итоге в молоко ушли. Ты ничего не заметил? Что за шум? Эй, есть там кто? Да плевать, кто там был. Какого чёрта? Что там творится? Иди, сражайся! Что здесь произошло? Говнюк. Куда он делся? Куда ты делся? Я-то вот он. ПНВ должно быть здесь. Но кого-то еще одного мы не убили. Окей, теперь спокойно можем бегать по деревне. Лады. Кстати, интересно, а можно было не выполнять это задание? Если бы я не взял это ПНВ, я бы мог этот уровень пройти? По большому счету мне ПНВ-то и не нужно. Я им не буду пользоваться. Let's do it.
Меня что-то как-то сильно подранили. В деревне оставалась еще одна аптечка. Вернемся за ней. Назад пешком пойдем. Машина мне здесь совсем не нравится. Иногда, конечно, не обойтись без них, потому что на них и пулеметец есть, да и расстояния порой приходится преодолевать большие. На своих двоих пришлось бы долго топать. Но сейчас, я думаю, дойдем и сами. Нет. Умирать в мои планы не входило. Молись, пока есть время. Ладно, помолюсь, но только за твою душу, ублюдок. Видите, дальше мы здесь и не проедем. Я уж забыл, что он мне сказал сделать. Как-то у меня в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Ну ладно, как говорится, метка есть, ума не надо. Это про меня. Я вообще терпеть не могу игры, в которых надо что-то искать самостоятельно.
мужчина. Куда ты делся? А ты где? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Спасибо. Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю у тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Что это было? Ты жив?
Но после того, как я ему в башку выстрелил, навряд ли. Хотя люди порой с такими ранениями выживают. Вспоминаем убить Билла. А некоторые даже с гранатой в голове живут. Это я про того чувака из Киберпанка. Я думаю, что обойти нам будет безопаснее. Правильно я сделал, что пошел здесь. Если б я пошел по мосту, то эти наверняка бы меня заметили и грохнули меня. А так мы застали их врасплох. Где он там? Что-то я его не вижу. Он у меня не прорисовывается.
А чего ты ожидал? Они всего лишь кучка одетых в белое зануд, которые не видели настоящей работы. Мы для них хуже мебели, пока их чудо-машины не сломаются. Кому ты думаешь, они тогда бегут? Ты прав, братишка. А теперь, когда твари сбежали, они просто дали нам пушки и сказали: «Работайте!» Когда мир сошел с ума. Да. Если увидишь что-то странное, стреляй. Да я же механик, а не наемник. Я ни разу в жизни не стрелял. Ну, я когда-нибудь им устрою несчастный случай и всажу несколько обоим в их чертовы машины. Да, это бы их проняло. Что это за крепость? Мост разрушен. Перебраться на ту сторону мы сможем только по тросу. Произошло. Что за чертовщина? Что здесь произошло? Да сколько же вы будете повторять одно и то же? Я уже целых две карточки нашел.
Я отметил следующий. Ну туда из-за горячего пара мы не пройдем. Получается назад. Молодец. Я здесь был или не был? Такой горячий, что можно свариться заживо. Постойте-ка. А мы ведь можем его перекрыть. Какого черта это было? Окей, сделано. Поднял давление до максимума. Здрасте. Все сделано. ОМОНовцы, это уже серьезно. Отличная работа, Джек.
наконец-то предложили что-то стоящее. Я просто профи в умении сидеть и ждать. Ты ничего там не видишь? Надо теперь встретиться с этой тёлочкой. Что произошло? Что здесь произошло? Я выхожу, Дойл. Встретимся снаружи. Повсюду трайгены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне острова. Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Я готов. Да заткнись и двигай сюда. Нет у нас времени. Какого хрена это было? У этой бабы, по-моему, привычка попадать в неприятности. Что можно свариться заново. Похоже, вот эти трагины отныне самая меньшая из наших проблем. Появились еще какие-то человекоподобные трагины. И что самое страшное, многие из них умеют пользоваться оружием. Похоже, что наш добрый доктор все-таки ставил эксперименты над людьми. Ничего не заметил.
Поешь, свинца! Поешь, говнеца! Козел. Где аптечка? Мне нужна аптечка. Да запрыгивай ты. Щедро нам, конечно, бронежилеты отсыпали. Ничего не скажешь. Коридоры все какие-то одинаковые. Я не уверен вообще, правильно ли я иду. Но в плане однообразных локаций, ничто другое не переплюнет игру Собор. Это наша отечественная игра, как вы можете догадаться по названию. Вот там мы бегали по одинаковым отсекам корабля. Вот просто под копирку. Вообще ничем не отличались. Ты слышишь? Ты ничего там? Эй, ты! Взять этого ублюдка! Что он творит? Ага! Получай! Я продырявлю твою башку! Что, горяченького захотелось? Что, еще захотел? Отсоси! Я продырявлю твою башку! У тебя не получилось. Я тебя уделаю!
слышишь? Это он! О, черт! Есть там кто? Разделаю как бог черепаху. Чего? Как бог череп... Что? За миниган, быстро! Получите, соки! Вот и тяжелая гвардия. Что это было? Скотина. Слушайте, я снова заблудился. Огромные. Что это за твари? Слышал я о них. Наемники зовут их толстяками. Осторожней с ними. Не видел? Название им хорошо подходит. Сейчас я надеру тебе задницу. Я надеру тебя задницу. Что за выражение такое? Надирать задницы. Время драть задницы.
Твою-то мать. У нас-то выносливость и воздух — это одна шкала. Выносливость у меня закончилась. И только я нырнул в воду, наш герой стал захлебываться. Кстати, это логично, что под выносливость и под запас легких сделали одну шкалу. Настоящая зона боевых действий. Потому что это именно она и есть. Я получаю подтверждение по всем каналам, Джек. Да это не боевая зона. Я бы это описал по-другому. Это капец какой-то. Опять мне эту девчонку спасать. Оставалось бы лучше со мной. Ничего бы не случилось. Круто, что они между собой воюют. Они поубивают большую часть друг друга, а мы добьем оставшихся.
Япона, мать. Берем тачку и сваливаем отсюда. А я думал, мы тут проедем. Тачка у нас почти угроблена. Ну чё я попасть-то не могу? Что же я за рукожоп? Thank you.
Меня поджидаете? Или там никого не было в той тачке? Были. Были да всплыли. Ну вот я и следую по этой дороге. Только мост-то тут разрушен. И чего, и куда? Вот только сюда нам если. Откуда вот эти две тачки приехали? Только зачем был нужен тот кусок острова? Да, вот этих бугаев лучше валить из пулемета. Эти здоровяки очень живучие. Это что еще за прыгающая макака с автоматом? Нате, падлы.
Джек, ну ты чё, пьяный, что ли? Чё ты с лестницы падаешь? Самолет. Из него может выйти подкрепление. Можно его взорвать. Похоже, что нет. Да и я не вижу, чтобы из него кто-то выходил. Не, никого. Вэл где-то в этом комплексе. Да, но от этого места мало что осталось. Вот и хорошо, не придется долго искать. Здесь они содержали первых подобных. Если эти твари доберутся до Вэл первыми, сам понимаешь. Понял, иду к ней. Снова я как Марио. Иду спасать свою принцессу. Я, кажется, нашел одного из твоих подопытных. Да они еще невидимые. Сука. Ворота не вовремя закрылись. Где ты там рычишь? Кем ты тут работаешь? Уборщиком? Вижу его силуэт. Попался, гад. Oh.
Да хрен ли они такие неубиваемые? Все закрыто. У меня нету кодов доступа. Ну, что делать будем? Не помогло. Вот оно чё. Чуваки, давайте проверим, сможем ли мы задержать дыхание настолько же, насколько и Джек. Сейчас мы ныряем, и все задерживаем дыхание. Готовы? Раз, два, три, поехали. Ладно, это было легко. Надеюсь, выдержали все. И если да, то вы красавчики. Если нет, то тренируйтесь. Или записывайтесь в бассейн. Но лучше бы и тем, у кого и получилось в бассейн записаться. Полезно для здоровья. Здоровье беречь надо. Это отряд «Мантис». Следов Карвера не обнаружено. Начинаем прочесывание зон с 3 по 7. Понял вас. Отряд «Мантис», доложить по выполнении. Понял. «Мантис», конец связи. Отряды 1 и 3, выдвигаемся. Отряд 2, занять оборону в зоне. Что здесь произошло? Если я стреляю им в башку, от них больше бронежилета остается? Я же как бы по броне не попадаю.
Ну вот, сейчас много брони. Ты ничего не заметил? 10 единиц. Надо смотреть за этим. Но мне кажется, порой выпадает меньше. Ну прям совсем мало. 5 единиц. Но все равно хорошо, что с них броню можно снять. Еще кто придет? Давайте, не стесняйтесь. Но не могу что-то в него попасть отсюда. Далековато он. Нужно подойти поближе. Так, опять только 10 единиц. Получается всегда 10, да? Просто порой бывает вообще капелюшка брони. Поэтому и казалось, что с них ее падает по-разному. Ну нафиг. Я отступаю. Суки, засели тихо и сидят. Никто не рыпается.
тебя вижу. На гранатку. На еще. О, надо же. Кого-то даже ей убил. Вот эти невидимые ублюдки, пожалуй, самые опасные враги. Снайперка. Дробовик нафиг. Снайперка сюда. Свести кое с кем счеты и... Ай, достали, мрази! Какого черта тебе надо? Это тоже мне новость. Сам его смерти хочу, усек. Окей, да, без проблем. Я уже иду. Нервный он какой-то. Как хорошо, что я снайперку нашел. Без нее мне бы тут были виллы. Обожаю эту вещицу. Thank you.
Ну и... О, погрузчик. Странно, почему погрузчик? Но пусть будет погрузчик. Блин, да быстрее будет пешком бежать, чем на нем ехать. Так мы и сделаем. Тем более, что он застрял. Надо же, они и гранаты метать умеют. Oh.
Тут какая-то куча контейнеров. А куда мне топать опять непонятно. Никого тут больше. Стойте-ка, есть у меня одно предположение. Сейчас мы его проверим. Если вот этот ящик обрушить вниз, должен быть рычаг какой-нибудь, который управляет этим краном. Хотя постой, мы же можем просто цепь отстрелить. Точниссимо. Не туда свернул. Да еще он ползет, как таракан. Бабах. Я думал, что эта цистерна тоже взорвется. Но хрен там плавал. Что за байда? Ну чё ты не взрываешься-то? Оказывается, надо было просто кнопку нажать. Ты что делаешь? Сейчас ты умрешь.
Увидите доктора Треста! Быстрее! Они идут! Мы постараемся их задержать! Туда нам лучше пока не заходить. Там просто мясо. Я иду за тобой. Сдавайся, приятель. Как тебе нравятся эти фрукты? А тут два вида гранат. Второй вид — это домовая, по-моему, да? У нас их в избытке. Дверь заклинила. Может, протиснешься? Мог же пролезть, но не захотел. Thank you.
солдаты Киригера заблокировали проход к лифту, чтобы не допустить прорыва. Проберись в пост охраны и открой двери. Пусти мой зад! Происходит. Некоторые помещения уже частично затоплены. Твой друг сдох. Но не переживай, ты скоро к нему присоединишься. Надеюсь, это был последний переключатель. Да, то надоело их уже переключать. Давайте быстренько проскочим. Да, что за чертовщина?
Вот тебе! Эй, почему ворота не открываются? Задницу. Ты мой! Я продырявлю твою башку. Давайся, приятель. Я тебя уделаю. Ты нарвался, тварь. Пристрелю как собаку. Я иду за тобой. Я ворву тебя в клочья. Хочешь еще? Сейчас получишь! Порву на флаг! Ты попробуй, девушка! Глаз на жопу натяну! Сейчас я надеру тебе задницу! Что, горяченького захотел? Что, еще захотел? Глаз на жопу натяну! Нравится? Я убью тебя! Сейчас ты умрешь! Ломи! Это было близко. Я разнесу тебя в клочья! Ты пожалеешь, что не сдох! Покойник, приятель! Отведай свинца! Пристрелю, как собаку! Ты в полной заднице, приятель! Где он? Ты покойник, приятель! Набегался, придурок! Ага, страшно стало. Соси! Тебе не скрыться! Для тебя все кончено, ублюдок! Получай! Хочешь еще? Да? А чё он сделал-то? Этот Дойл только сидит на заднице ровно и команды нам по телефону раздает. А в конце он еще... Ну ладно, обойдемся без спойлеров.
Срать этому ублюдка. В чем дело, Гарланд? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придется нам это исправить. Очень скоро я вас подберу. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Отсюда есть второй выход. Я жду вас на катере снаружи. Главный комплекс Кригера там неподалеку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там все. Делай, что хочешь, но как только поле исчезнет, я вас покидаю. Мне за это дерьмо даже не платят.